Давно в Ульяновске не было такого шумного и масштабного сабантуя. В этот раз он не региональный, а федеральный. Татарский национальный праздник открыли конные забеги. На ипподроме в конюшнях собрались лошадки и их наездники из разных городов России. Евгений Матьянов приехал из города Канаш, республики Чувашия. Жокеи участвуют почти во всех подобных соревнованиях. В этот раз Евгений и четыре его породистые лошади рассчитывают на победу. Потому что в большинстве состязаний фортуна им благоволила. Мы уже несколько лет ездим на Ульяновский ипподром. В прошлом году во всех почти традиционных призах участвовали. Ну, лошади наши старшего возраста участвовали, и лошади трех лет участвовали в прошлом году. Вот. В прошлом году довольно успешно выступали здесь, выиграли ряд традиционных призов. Триумфаторы забегов обычно выигрывают телят же ребят и внушительные денежные суммы. Бывает и так, что победитель получает более миллиона рублей. Денис Николин тоже готов блеснуть и прославить родную Липецкую область. Нашим ипподромом гость доволен. Особенно Денису понравилась конюшня и беговое кольцо. Однако есть что доработать и сделать удобнее. Не знаю, какие задумки у владельцев или того или иного, кто там это все строит. То есть у каждого свой вид, да, там как бы. Так вот, на мой взгляд, кормушки просто вот сделать, приходится заходить, вот отдать неудобство. А так все нормально здесь. Директор ипподрома тщательно готовилась к празднику. В преддверии забегов была заменена беговая дорожка для лошадей. Соревнования состоялись благодаря своевременному ремонту. Ведь за день до забегов прошел мощный ливень. Готовили ипподром колоссально. Спасибо большое нашему правительству. Полностью заменили покрытие беговой дорожки. Сейчас он носит у нас сезонный характер. Мы вчера видели дождь, какой прошел на ипподроме. Очень сильный ливень. Если бы это было там, год назад без этой дорожки, бега бы сегодня были отменены. В этом году в призовой фонд забегов заложено 5 миллионов рублей. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Правда ТВ.